сделали стенд для Яндекса, для их новой технологии, для их новой камеры, которую они будут вставлять во все автомобили своего сервиса. Это сделано специально, чтобы обезопасить поездки в Яндекс.Такси. Эта камера следит за состоянием водителя, за его усталостью, за его сонливостью, как часто он моргает, отвлекается от дороги, как он резко тормозит, резко поворачивает. В общем, опасное вождение, усталость. И если что-то из этого срабатывает, то его просто лишают, выключают из этого сервиса и так уж штрафуют. Стенд состоит из двух частей. Первая часть — это интерактивная. Это, собственно, часть, которая описывает все возможности этой камеры. Это система авторизации через приложение «Таксометр», которая связана тоже с этой камерой. Это непосредственно телеметрия, которая показывает, насколько водитель опасно водит, тормозит резко. И определение точек лица, по которым определяется как раз усталость, наклон головы. Если человек там начинает кемарить, засыпать, то все это подается звуковой сигнал, такой мерзкий, и ты просто будешь вынужден проснуться, прийти в себя и поехать дальше. Ну или принять решение, что наоборот остановиться и поспать немножко, если тебе, конечно, никого нет на заднем сиденье. Вот. А на последнем шаге система делает фотографии, которые попадают на заднюю часть. Вот. Это все делается онлайн. Также фотографии выгружаются в интернет по QR-коду. Вот мы видим, Миша делает это. Можно определить адрес, зайти в интернете на эту фотографию и расшарить в свои соцсети.